Медали, отчеканенные специально для юбилея города, вручили 26 омичам. Их вклад в развитие города в преддверии 300-летия поощрил Виктор Назаров. Церемонию провели в зале законодательного собрания. Все подробности у наших корреспондентов. Количество футляров ровно по числу награждаемых. 26 медалей – своего рода ограниченный тираж. Среди тех, кто получает награду, отчеканенную специально к юбилею города из рук губернатора, Наталья Ивановна Подойменко. Ей уже 76. Проработать в Нежинском доме престарелых женщина планировала год-другой. Карьера продлилась почти 30. Когда я пришла туда, меня удивило, знаете что? Удивила та доброта людей, которые ждали нас не потому, что мы туда пришли, а ждали нас как помощников их. И очень благодарны я им, потому что они очень много помогли мне в работе. То, каким город подходит к 300-летию, оценивает и Николай Лицкевич. Известный строитель хорошо помнит невысокие дома и мощеные улицы. И даже когда положили первый асфальт. Поэтому о том, что город, пусть не скоро, но шагает вперед, обладатель юбилейной медали говорит смело. Сравнивать и придя к юбилею этому, есть чем и есть чем гордиться. Надо сказать, что город руками строителей, я уже говорил об этом, украшается, хорошеет, изменяется, растет ввысь. Это совершенно иное качество. И я думаю, как раз Омск – это место жительства, то людям есть где жить. Мы надеемся, их будет людей наших омских больше. А для этого мы создаем все условия. Еще один омич, получивший награду из рук губернатора, Дмитрий Перминов. Герой России и председатель Омской областной общественной организации ветеранов высокой оценки властей не ожидал. Это высокая оценка того труда, который мы делаем вместе с моим коллективом, с моей командой на благо развития нашего родного, любимого города Омска. Вы видели, что сегодня награжденные – это все представители разных профессий, но все это люди не безразличные, которые своей работой, своим трудом, своим талантом делают наш город Омск чище, уютнее, красивее. Вручая награды за высокий вклад в развитие различных отраслей и сфер деятельности, губернатор Виктор Назаров отмечает: артистов, общественников, министров, героев труда и страны объединяет искреннее отношение к делу. Город Омск сегодня, можно сказать, стал именно таким благодаря вам, вашему отношению к труду, вашему отношению к порученному делу. И я горжусь тем, что у меня есть такие земляки. Я хочу вам сказать огромное спасибо за ваше неравнодушие, за ваше отношение к жизни, за то, что вы все делаете для нашего города. Юбилейную медаль получил и мэр Вячеслав Двораковский, глава городского совета Галина Горст, Владимир Варнавский, председатель законодательного собрания, еще позавчера ставший почетным гражданином области, также не остался без награды. Таких медалей больше не будет. 300-летие бывает один раз. Момент останется на общем фото. Николай Евенко, Сергей Гаврилов, Антенна 7.